В Засвияжском районе прошел совместный рейд сотрудников Главного управления МЧС России по Ульяновской области и Регионального управления Федеральной службы судебных приставов по адресам должников, своевременно не оплативших штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Данные мероприятия являются показательными и устанавливают обязательность исполнения гражданами и юридическими лицами своих обязанностей по отношению к государству. За 9 месяцев текущего года органами государственного пожарного надзора было направлено в службу судебных приставов 29 постановлений по делам об административных правонарушениях для принудительного взыскания на общую сумму более 500 тысяч рублей. Лилиана Рахматуллина, Павел Макаров, новости «Ульяновская правда».